This is the future. Всем привет! Вы на канале Game Demon, и сегодня мы продолжаем играть в очередную игрушку под названием Burrito Bizon. Да. Так, где звук? Звук, вот он. Итак. Опа, ничего себе, да? Я тут немного денег накопил, а вот нельзя. Ну ладно. И, короче, собственно говоря, немножко поднакопил, да, чтобы в этом видеоролике мы смогли с вами нормально... Что это? Ничего себе! Чтобы мы сегодня нормально так могли пройти. Уф. Она стоит 675 тысяч, но у нас есть шанс заработать... Ой, заработать, купить за очень низкую цену. 168 тысяч. Ладно, давайте... что? У нас появился новый босс. Да, вот такой вот он. Итак, давайте, ну раз вот, вот так вот у нас все хорошо. Зломбир его называют. Так, очень много бонусов нам дали. Ускорители, перец у нас есть тут, чили. Который, я напомню, он дает нам ускорение, когда мы вообще в ноль, в конечную, тормозим. Так, бочки. Ну, бочки это легко. Бочки это сложно промазать. Ну, наверное, не знаю. Мне так повезло, наверное. Так, ну, две стены, да, как максимум, мы вообще с легкостью проходим. Ой, как я его пропустил, там этот золотой ключик был. Он, я вам напоминаю, приносит скорость и хорошую такую сумму денег. Так, у нас очень все плохо с скоростью. Со скоростью все плохо. Нет. Давай. Блин, я хотел этого. За что такое? Мне сегодня вообще что-то не везет, не прет вообще никак. Так, надо как-нибудь скорость 74, я не знаю, как это, километров в час или. Вот, надо попадать по сундуку. Тем самым он нам дает и денежку, и скорость. Ой, зачем сюда? Пожалуйста. Нет. Ну вот мы с вами дошли до этого. Внезапная распродажа. Нет, я донатить не буду. Ни разу не донатил. Я не хочу не донатить в игры. То есть донатить в игры. Давайте что-нибудь прикурим, потому что у нас денег куча. Так. Нам надо удачу прокачать хоть как, чтобы нам попадались вот эти вот всякие штучки. Да, скользкий тип. Не терять скорость при приземлении. Это хорошо. Вот это вот тоже неплохо было бы. Но денег у нас вообще нема. Спидометры. Увеличивает твою предельную скорость до следующего уровня. Это нам пока что не надо. Скачок. Ты выше будешь отскакивать, понятно. Сохранять скорость при приземлении на желейных мишках. Почти все деньги потеряем. Вот это нам точно надо, чтобы мы смогли больше. Так, это что? Нокаутирует всем телом чаще. Больше сила. Вот это вот. Вот это я думаю, что она нам скорость даст больше. Я так надеюсь. Так, мы теперь играем за... Я даже не знаю, как её... А, вот, написано. Ананасовый кто-то там. Ну, надеюсь, 177. Ошалеть, это что за аппарат? Привыкни к аппарату. Офигеть, 155. Так, не теряем скорость, не теряем. Еще денежки подобрали, замечательно. Еще попали. Ой-ой-ой, замечательно-то как. 170. Офигеть. Не теряем скорость. Нам вот за нее, мне кажется, играть легче, потому что она, ну, видно, за кого цепляет. И можно так угадать и не промахнуться. Нет! Да, все замечательно. Возьми. Раз, два. И замечательно. Три. Омегад. Так, мы почти дошли. С нами перец. И большая скорость. Давай. Да! Мы это сделали. Зеленые мишки и какие-то старые развалины. Я сейчас на задний план смотрю. Так, нам сейчас надо не терять скорость. Ну, хотя бы не терять скорость, чтобы посмотреть, что там дальше. Ну да, конечно. У-у-у. Появился новый катапультатор. Эль Прима? Это что, Эль Прима, что ли? Серьезно? Эль Прима в игре Бизон Буррито. Сейчас, я так понимаю, мы за него играть будем. Тут чего? Ой, точно, надо же их прокачивать. Это нам дает больше денег. Вот это он нам выше взлетает, а это больше скорости. Да, это надо. Все деньги потеряли, вот так и живем.
быстро деньги теряются. Так, что он делает? Скажите мне, пожалуйста, что, как он... Это Эль-Ципа. Эль-Ципа, полет курица. Коснитесь и удерживайте, чтобы ты это понял. О, как интересно, интересно. Ну, не прямо, что прямо, что так вот классно все. Опа. Ага, ну долго удерживать можно и не удерживать. Ключик, это хорошо. Эй, нечестно, я не все деньги собрал. Да как так-то? Давай. Денежка. Вот этого тоже взяли. Хорошо, давай. Надо его тоже будет улучшить, чтобы он скорость нам больше давал. Я не смог так. Оба. Оба, хорошо. А. Так. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же замечательно мы с ним прилетели, я так понимаю. Эль-Ципа. Я никак не взял ключик, да что такое? Обидно, досадно, ну. Ладно. Раз, два, три. Ё-моё. Я знаю, вы, наверное, там про себя говорите рифму к этим тройкам. Опа! Ну, мне кажется, выше мы не стали. Нет, пожалуйста, блин! Такую скорость пропустили. Ага, классно. Окей, но это уже дальше, чем мы вот это вот пролетели. Это хорошо. Заработали очень-очень много. Погнали еще раз. В итоге у нас... Можно прокачать это, но не совсем хорошо. Наносить большую урон противникам, чтобы быстрее их победить. Это, ну, не знаю. Так, не теряй скорость производства. Давай вот эту купим, чтобы не терять скорость, реально. А то теряем скорость. Это чтобы он нам больше денег давал. Ну, пока что тоже не надо. Это... Вот, мы это часто поймаем. Так, увеличит сумму денег в сундуке и повысит скорость. Я же говорил. Окей. Что он телепортируется? Да как это? Ну, извините меня. Я просто привык к этим. О, да. Давай, погнали. Оба. Погнали. Опа, собрали. Опа, хорошо. Опа. Замечательно, как будто я ничего не потратил. Ой, хорошо. Бах, 171. Превысили скорость на одну. Ой-ой-ой, хорошо идем. Но мы это не всегда проходим, потому что мы еще не так сильно прокачаны. Ну нет. Вот что за скорость такая? Да чтоб вас надо прокачивать, чтобы вообще их не чувствовать. О, мы выполнили задание, как вы можете видеть. Окей, ладно, что за задание? Взорви 7... А, ну серьезно? О, песо, братаны. Классно. Это увеличение денежек. Это хорошо. Это нам надо. А, значит, на следующем. Окей. Погнали. Попробуем нормально так его победить. На, крит. Сделали без этих, без пышек. Блин, я забыл то, что надо удерживать. Бах. Он мне кажется лучше всех, потому что он больше удерживает скорость в воздухе. Бах. Бах. Ай-яй-яй. Пролетел. И то пролетел. И это пролетел. Ну замечательно. Ну как так-то? Ну, Эль-Ципа. Ну что ж ты такое творишь-то, Эль-Ципа? Ну что это такое, блин? Ну даже скорость маленькая. Ну как так-то ты себе это позволить можешь? Так. Так. Ну, бери. Ай, да что такое? Мне вообще не везет. Прокачал удачу, а мне не везет. Вот. Ставьте лайк, если в реальной жизни так же. Думаете, что сегодня хороший день, а на самом деле пошло оно все. Ай. Ну что за кульбабек? Да что за кульбабек? Я беру одно, мне попадается другое, и при этом же надо успевать за тем или выбирать то. Ну как кульбабек? Ну, 120, неплохая скорость. Мы, тем более, еще идем вниз. Ой, га... Плохо. Выполнили сразу два задания. Так, нам дали какую-то вторую конфетку. Еще 4 этих. О, 25 тысяч. 60 тысяч мы, короче, в общем, забрали с этих сундуков. Еще 2. Классно. 70 тысяч. 70 тысяч плюс умножение, плюс сколько я заработал.
400. Ну ладно, ладно, я уж хотел пожаловаться. Ладно, так, это нам дает больше этих. Ну, чаще будут попадаться. Лучше, чтобы больше повысить скорость. Да я плохо попадаю. Больше денег, ну это вообще мало. Сильнее взрыв, ну я не знаю. Так, каждый раз, касаясь чего-либо, ты отскакиваешь еще выше. Это можно. Вот карманника надо попрощать, денег нету. Сохраняй скорость при жалейных мишках. Это нам надо, но не совсем. Я хочу больше пройти, чем... Ну, хотя давай, погнали. Это... Пинят улучшенный. Кайф. Что я могу сказать? Кайф. Кайф. Классно, да? Классно. Если вы знаете какие-нибудь либо тут тайны есть, да, рассказывайте. Я тут попробую их найти, их пройти. Крыт, опять же. Классно, классно. Бах. Бах, 140. Ну, это нормально, нормально. Скорость, конечно, небольшая. Вот мне он часто попадается, но я его часто потеряю. Теряю. Я хорошо знаю русский язык, да. Да, стоишь фант. Ой, это не то. Я мог его опять забрать, но все помешало. Мне все помешало. Да как оно так? 108, это хорошо. Помните, какие мы начальные скорости развивали? Это что-то фу с чем-то. Так. Нет, ты нам не нужен, так. Вот ты нам нужен, бах, 106, нормально. Не надо, сразу двоих, сразу, опа, хорошо. Есть, есть. Так, давай, 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 давай. Ой, ой, хорошо, 128, нормально, нормально, 130, 137, летим. Нормально, нормально, давай, проходи. Ай, надо прокачивать этот, сквозь стену прокачивать надо. А то вообще, даже не разбиваем ее. Нет, я тебя сегодня не потеряю, не надо. Денежку собрали. 400, надо его прокачивать, чтобы больше дало. Так, хорошо. 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 Попал! Замечательно было бы, если бы я... Ай, сломал стенку. Ладно, короче, давайте я сейчас денежек поднакоплю, да? И будем заканчивать. Дамы и господа, я вот только-только начал первую катку, да, я специально не трогал зломбира и набрал очень маленькую скорость в самом начале, но я каким-то чудом прошел дальше, чем мы до этого проходили. Офигеть. И, кстати, мне все больше и больше попадается этот ключник, этот колдун, да, и я мазал только сейчас, я до этого ни разу не мазал, я честно говорю. И еще бочки мне попадали, кстати, да. Бочки я вообще все попадал. Всегда. Капец, что? Как вот так вот? А? Маленькие приятели открыты? Это в смысле? В смысле? Они у меня и были открыты, они мне попадались, у чего? Офигеть, новый рекорд 7000. Да. Только вот... А, это... Офигеть, это вот эти вот, серьезно? Увеличивает силу взрыва, это хорошо... По 500, 600. Так, больше топлива дает, ага. Увеличивает силу пуска. Наносимый урон противникам. А, понял. Увеличивает продолжительность. Хорошо, но прокачивать не буду. Итак, нам надо это прокачать. Нам надо прокачать, я не знаю, что именно. Вот, предельную скорость. И, ну ладно, давай, погнали. Еще что тут можно прокачать? Тебя, давай тебя, давай вот еще тебя. Нормально так прокачались сегодня. Вообще идеально. Итак, сейчас мы должны его победить. И на этом будем заканчивать. Не победили. Значит, что? Значит, не закончили. Да, вот такие вот дела. Ладно, постараюсь сейчас по-быстрому это все завершить. Не знаю, каким образом, конечно. Но надеюсь, все будет нормально. Супер, супер. Замечательно. Идем просто на высоте. Ну да, в прямом смысле. Все взрывается у нас. Что тут? Завои... Что тут у нас начинается-то опять? Бах! Бах! Офигеть, мы этот торт почти уже полностью съели. Ну ладно, шучу, мы только два раза до него дошли. Бывает. Мы заработали лям! Лям заработали! Ошалеть! Ошалеть! Лям заработали! Сейчас мы можем его убить и заработать много денег, но... О, чё за чеф? Прокачать! Это что? Это нам не надо.
Лучше, блин, я не знаю. Вот этого покачать, ладно. Сейчас его точно добьем, я вам отвечаю. И будем на этом заканчивать. Твою же дивизию. Дубль номер два. Вот это мне кажется самый такой плохой босс. Он мне не нравится, он телепортируется. Из-за этого его невозможно добить. Ой, ё-моё, как я так промахнулся-то? Ладно. Ой, как мы много заработали-то, а шалеть. А смысл? Ну ладно. Да, блин, да это что такое? Блин, вы, наверное, мне не поверите, то, что я тогда все эти замки открывал. Да как так, а? О, все-таки получилось, слава богу. А то, блин, это было бы очень... плохо. Вот видите, он мне... Сейчас... Что? Что это? Коснись и удерживай. Съешь их всех. Окей, погнали. Ошалеть, как он много денег дает. Это что такое? Что происходит? Я вообще не понимаю. Так, допустим. Еще червь. Классно. Так, надо их съесть и всех. Окей. Я стараюсь как могу. Что происходит? Вы что-нибудь заметили? Я нет. Как это вообще происходит? Я не понимаю. Что это за кульбабек? Это как вообще? Ошлить. Ошлить. Что за скорость? Скорость, да. Через ше. Скорость. Русский язык. Подходите к демону. Ошлить. Мы сейчас заработаем, наверное, кучу бабла. Бах. Замечательно. Замечательно. Сегодня прямо аж мы с вами вообще хорошо так прошли. Был бы еще перец, было бы неплохо. Это кто? Дробильщик. Я уже думал, дальнобойщик. Так. Ой, все, надо на зарядку ставить монетки. Ну ладно, ничего страшного. Сегодня мы хорошо так много чего прокачали, много чего открыли. Вот это вот открыли мы сегодня. Вот этого мы победили сегодня. Дробильчика мы... 50 тысяч! Ошалеть! 50 миллионов! Какие тысячи? 50 миллионов! Ужас! Вот он тоже хорош, надо будет его прокачивать. Это да, это прокачаем. Давайте прокачаем отскок, чтобы скорость не терять. И все замечательно. Поставлю на перезарядку и все. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте меня мотивировать. А то ролики выходят не часто, потому что мотивации мало. А чтобы мотивировать, надо подписаться на канал, поставить лайки и пишите комментарии. Я читаю, отвечаю, и мне очень даже нравится. Все. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. Всем до следующих игрушечек, друзья мои. И всем пока-пока.